Подходите, подходите и расскажите мне, что вы не любите есть анальные железы бобра. Вы уже едите их. Они находятся в продуктах, содержащих натуральный вкус ванили. Давайте поговорим о ванильном пудинге. Это неприятно видеть, это, я прошу прощения, но секрет анальной железы бобра находится здесь. Чтобы пометить свою территорию, бобры выделяют желтоватую жидкость, называемую касториум. Железы, которые продуцируют ее, находятся около ануса. Это неприлично, но не токсично. Ну, ближе к делу. Кто понял, как хороши на вкус анальные железы бобра? Сельскохозяйственная индустрия использует касториум для усиления вкуса ванили, малины и клубники. Это деликатес. Производители пищи используют касториум как пищевую добавку с прошлого века. Вы можете обнаружить себя едящим бобра. Он находится в хлебобулочных изделиях, в алкогольных напитках, в мороженом и других сладостях. Но его почти нет в пищевых полуфабрикатах. Поймайте этих бобров! Поймайте этих бобров!